Привет, любители МФПВ. Сегодня хочу затронуть тему, это плохой уровень сигнала GPS, когда у вас мало спутников ловится, ну или вообще там чуть ли не, они не отваливаются в ноль. У меня это было связано с антенной. Вот как раз хочу эту ситуацию разобрать и как она проявляется, как ее устранить, вот показать в этом видео. Как она проявляется? Ну, проявляется довольно просто. Летите вы такой на коптере, включаете мощность видеопередатчика, допустим, там 600-800, если у вас это на тумблер стоит, и у вас спутники начинают проваливаться, ну, становится их там, допустим, было у вас там 12-15, стало там 8-9. Включаете мощность еще больше, и у вас становится там вообще их чуть ли не по нулям. Вот у меня именно такая ситуация была, причем это ситуация на двух дронах. У меня везде стоят антенны вот так, то есть прикручены к раме и GPS-модуль сзади. Вот на втором дроне также. Здесь только единственный GPS-модуль 200, по-моему, 20 это. Поэтому побольше, конечно. Ну и вот так вот антенка. Вначале думал, что проблема антенки самой. То есть вот этот лолипопчик, он такой вот у меня был, торчал здесь. Он фанил на GPS-модуль. И отсюда как бы думал, что спутники поэтому не ловят. Ну или там он как-то закрывал его. Но после установки вот такой длинной антенны ничего не изменилось. Поэтому, так как причина явно была именно из-за мощности, а что-то должно было фанить, и это не мог быть видеопередатчик, значит, это антенна и, скорее всего, вот эта часть переходника. А точнее, вот эта часть. Вообще, говорят, к раме нельзя крепить вот этот элемент. Типа, карбон проводит, и карбон начинает давать наводку как бы на вот эту часть. Но сами подумайте, если бы карбон даже наводил, навряд ли на вот так вот вынесенный GPS-модуль это давал наводку сильную. Поэтому мне кажется, что доводку дает именно сама вот эта часть металлическая, вот этот стык SMA-разъема с антенной. Как это я устранил? Взял, напечатал на 3D-принтере две гайки, такие шайбы. Одну поставил снизу, потом сделал слой изоленты, воткнул это в раму, сверху шайбу, опять гайку, уже металлическую, и все это дело скрутил с антенкой. И вот такая конструкция получилась, как будто бы я типа развязал от рамы от карбоновой. Что на практике оказалось не особо и помогло. Как проваливались спутники, так и проваливались. Далее пошел дальше. Я взял, обмотал одним слоем изоленты вот этот разъемчик. И два слоя фольги пищевой. И после чего еще в два слоя изоленты получился вот такой вот элемент. Такая хитрая конструкция. На самом деле ничего сложного. И вот это как раз решило мою проблему. Вот после такой вот конструкции у меня перестали отваливаться спутники при изменении мощности, и все стало хорошо работать. Надеюсь, разборка данной ситуации вам это поможет, и у вас, возможно, подобная ситуация есть, вы просто это не замечаете, так как, глядишь, у вас там 2-3 спутника всего лишь проваливается при мощной связи. Ну вот посмотрите, как у вас собран дрон, и попробуйте вот такую же процедуру сделать у себя, как и сделал я. Еще, конечно, вариант — это установка маунта, вот этого пластикового, то есть антенна к нему прикручивается. Но это в том случае, если у вас проблема из-за рамы, то есть как-то рама там фанила. Как вот в моем случае это дело было не в раме, а это дело было именно вот в этом переходнике, точнее вот эта часть. Она создавала, видимо, шум, который именно создавал наводки на GPS-модуль. Вот. Так что надеюсь, вам это поможет, мое видео. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо, кто смотрел. Если вам это понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще увидимся. Всем пока.